Всем привет! Сейчас у меня на обзоре такая посылочка, в которой находится саундбар от магазина Лунпу. Вот примерно так выглядит этот магазин. То есть цена сейчас со скидкой чуть больше 4000 этой колоночки. И давайте попробуем посмотреть, как выглядит эта посылка данная. Пришла она почтой email довольно быстро, вот буквально, не знаю, наверное, около недели максимум. Точно я не засекал время. Очень и очень быстро. Так. Снимем пакет. Это пока мусор. Итак, что мы видим? Такая коробка. Вся переклеена скотчем. И значит, что мы можем сюда подключить? Вот с характеристик. Так, можем подключить телевизор, компьютер, ноутбук, планшет, телефон, MP3. То есть подключение идет как через оптический кабель, так через Bluetooth, то есть через AUX. В общем, практически все виды подключения. Так, колоночка у нас 40 Вт заявлена. В общем, посмотрим, что же там внутри. Давайте переключим камеру, чтобы было более хорошо видно. Ну и вскрываем саму коробочку. Как я уже сказал, пройдена она вся скотчем со всех сторон. Сейчас попробуем ее вскрыть. Внутри у нее довольно неплохая упаковка идет, как мы видим. Так, ну, начнем с комплектации. Так, сначала идет такой пакет, в котором находится инструкция, провода. Ну, сейчас посмотрим, что еще. Так, сразу видим оптический кабель, нам пригодится. Так, пульт для управления. Так, колокольчики для подключения. Так, AUX кабель такой. Так, кронштейн для крепления металлические. То есть сразу с дебелями совсем. Так, визитка магазина, я так понимаю, скорее всего. Так, ну и инструкция для использованию. То есть такая. Так, сейчас посмотрим сразу язык. Английский. Так, наверное, все на английском языке. Так, вот я ставлю характеристики. Кому будет интересно, на паузу нажмете, посмотрите. Вес 3 килограмма у нее. В принципе, довольно нелегкая. Так, дальше что у нас идет в комплекте? Так, еще идет коробочка, я так понимаю, что с адаптером питания. Смотрим, на какой вилкой. Так, идет на европейскую вилку для наших розеток. Такой штекер такой. Так, заявлено 1,5 ампера, 2 ампера. Так, выход 1,5 ампера. Сколько вольт не вижу. Ну, не суть важно. Так, ну и сама колонка. Вот такие идут хорошие уплотнители. Так. 4 штуки по всей длине. Так, это можно отложить, чтобы не мешало. Так, тоже уберем коробку, чтобы не мешало. Так, и теперь. Так вот запаковано все довольно неплохо. Мы как варвары разорвем. И что мы видим? Так, во-первых, первое, что мы видим, это прорезиненные подставки. Две штуки. Прорезиненные хорошо. Скользить не будет от музыки. Так, здесь, в принципе, все штекера. Также есть
USB, то есть возможность подключения флешки, я так понимаю. Так, с торца идет управление, включение, звук и AUX 2. Наверное, где-то есть AUX 1. И, в принципе, да, больше ничего такого не вижу. Так, ну здесь лейбл фирмы. Так, вот так на просвет. Две колоночки вижу. Ну, думаю, что тут есть еще. В общем, теперь давайте я, наверное, подключу ее к телевизору и уже включусь там. Итак, подключил я, в общем, компьютеру через оптический кабель. В общем, пришлось ставить две мизинчиковые батарейки сюда, в комплекте их не было. И управление довольно простое. То есть это кнопка включения, как обычно. Это громкость сразу отключить, если надо. Кнопка input. Это input. Вход, короче, выбор. Выбирается, через что проигрывается. То есть через оптический кабель, через Bluetooth или через AUX. В общем, на нее нажимается. И в углу загораются лампочки. Сейчас я попробую показать ближе. То есть вот здесь идет подписано они. Сейчас поднастроится. То есть и снизу говорит лампочка. То есть нажимаем и происходит вот перемещение. То есть мы оставляем на оптическом. Так. И дальше уже включаем музыку. И в принципе сразу она уже у нас воспроизводится. Что касается по звуку, ну, в принципе, звук довольно неплохой, громкий, как бы это сейчас не вся громкость, попробую на всю громкость. Как бы басы чуть-чуть заглушаются, но более-менее ничего таки. То есть... Как бы, что касается звука, конечно, музыку на них слушать не особо удобно будет. Это больше, мне кажется, что подойдет для просмотра фильмов или что-то такого, ну или телевизионных каналов. Так как басы и низкие частоты, как бы высокие частоты, в принципе, заглушаются. Ну, сама по себе довольно неплохая, хорошая колоночка. Тем более в эту стоимость, довольно громкая. Мне понравилось. Советую вам, смотрю, кошке моей тоже понравилось. Пришла посмотреть, что это такое. Ну, на этом, наверное, все. Всем счастливо!